Президент России Владимир Путин подписал поручение о начале Всероссийской форумной кампании 2019 года. В этом году традиционные площадки будут масштабированы, ключевые переедут на новые места. Таким образом, у творческой молодежи появится еще больше возможностей для саморазвития. В Лабытнанге идет активная подготовка в этом направлении. Специалисты молодежного центра призывают лабытнанцев не упустить уникальную возможность выехать из заснеженного города на юг страны. Оксана Зубова – специалист по работе с молодежью. Никогда не упускает возможности зайти на сайт АИС «Молодежь России» и пройти регистрацию для участия в интересующем форуме. Оксана уже набралась опыта на площадке «Я молод», который в мае проходил в Ноябрьске. Теперь она применяет полученные знания на практике. Я ездила на окружной форум «Я молод» и получила там колоссальные знания и навыки, которые мне в дальнейшем пригодятся, и уже я их использую в своей работе. И в первую очередь это знакомство. Очень крутые тренеры, которые могут подсказать, направить в нужном направлении. Оксана Зубова курирует форумные кампании в Лабытнанге. Именно она знает про эти события буквально все, которые дают уникальную возможность лабытнанцам от 18 до 30 лет оставить все дела и выехать из заснеженного города на жаркий юг страны. География форумов в этом году обширная – от Калининграда до берега чистейшего озера Байкал. На данный момент активно принимают заявки 8 форумов, таких как Таврида, Евразия, Бирюса, Иволга, Байкал, Машук, Балтийский Артек и Территория смыслов. На форумах участники смогут реализовать свои социальные проекты в рамках форума, принять участие в грантовом конкурсе, заявить свой социально значимый проект, получить денежную поддержку до 300 тысяч рублей и в дальнейшем реализовать его. Сайт Федерального агентства по делам молодежи есть проходной билет на всевозможные летние образовательные площадки. Обязательное требование к претендентам – электронная регистрация заявки на портале агентства и активная жизненная позиция. Так, например, творческая молодежь соберется на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» с мая по август. Он объединит тысячи молодых профессионалов из культурных и креативных индустрий. Ну а форум «Евразия» соберет активную молодежь со всего мира. Количество мест ограничено. В этом году форумы обещают быть насыщенными и познавательными. Прошедшие уже показали, что для участников это бесценный опыт, но главное – прекрасная возможность реализовать задуманное. Дарья Самородова, Евгений Садыков, программа «Время местное».